Большинству детей слова «досуг» и «всестороннее развитие» ни на что конкретно не указывают, поэтому все действия ребенка всегда ориентированы на интересы родителей. И тут возникает дилемма – нужно ли организовывать свободное время подрастающего чада или не забивать этим вопросом голову. Если у вас есть дети, и вы еще не решили, чем их занять в свободное от учебы время, это программа для вас. Меня зовут Алла Внучко. Здравствуйте. В студии званого гостя – директор Гродненского областного дворца творчества детей и молодежи Леонид Валентюкевич. Здравствуйте, Леонид Аркадьевич. Я рада вас сегодня приветствовать в нашей студии. Ну и с первых минут программы хотелось все-таки выяснить, так стоит ли организовывать досуг наших детей? Или можно все-таки все пустить на самотек? Пускай их чем хотят, тем и занимаются. Смотрят телевизор, спят, отдыхают. Нет, это обязательно надо делать, потому что, прежде всего, ребенок должен знать свои способности и где проявить себя. Даже если будет смотреть телевизор, он все равно будет придумывать какое-то занятие. И хорошо, наверное, если он придумает хорошее занятие. Наверное, чем больше у ребенка свободного времени, тем больше могут какие-то не очень хорошие мысли у детей возникать. Ну, наверное, правильно. В городе Гродно, я думаю, достаточно учреждений и организаций, где можно провести свое свободное время с пользой для себя. Это самое различное направление, спортивное, художественное творчество, техническое и много-много чего я не могу сейчас сказать. Поэтому очень важно для ребят вот после школы отвлечься от уроков, от занятий и какое-то дело найти по душе. Ну, значит, в дворце творчества детей, молодежи можно организовать досуг, который будет полезен и для ума, и для тела. Я думаю, да. И те педагоги, которые там работают, уже, наверное, будут ждать, когда придут ребята, и с ними будут работать и разовьют их способности. Это и пассивный, и активный отдых? Ну, конечно же, будут учиться своим способностям, развивать их дальше, свои способности. Кто-то, вот мы привыкли всегда думать о том, что обязательно в школе математика, русский язык, физика, да, это очень важно, это главное, но у людей есть и другие способности. Давайте немножко поговорим вообще о дворце творчества детей и молодежи. Для какого возраста, кого вы там ждете? Какие у вас секции, кружки? Немножко, в общем, расскажите нам о своем заведении. Дворец творчества – это учреждение, которое достаточно большое, большое количество ребят занимается. Мы рассчитываем 3500 детей, 300 самых разных направлений, кружков. Если выделять отдельные блоки, то это будет спорт, спортивно-оздоровительное, музыка и хореография, техническое творчество, изо декоративно-прикладное творчество, молодежные детские объединения и организации, это краеведение, это туризм, ну и, пожалуй, вот все направления. Если говорить о том, что пользуется больше всего спросом, то это, конечно же, то, что создает условия для движения ребенка. Mm-hmm. Спорт понятно, танцы понятно. Вот, музыка, техническое творчество. И опять-таки это зависит от выбора ребенка, родителей, дедушек, бабушек, что часто у нас встречается. Поэтому, когда приходят ребята к нам, они прежде всего иногда бывают в несколько секций попадают на нескольких занятиях. Потом уже где-то адаптируются и выбирают одно направление. Если у него хорошо получилось и где-то проявил себя, то, конечно же, это будет, ну, личность, звезда. Выступать на самых различных мероприятиях, конкурсах, спартакиадах, олимпиадах. Ну, я знаю, что недавно ваши детки уже вернулись с одного из очень престижного конкурса. Поделитесь немного достижениями ваших детей. Среди тех, скажем так, мероприятий, конкурсов республиканского, международного уровня практически все участвуют. И как бы ни занимался там, скажем, технические виды или спортивные, но вот последнее самое, все знают Славянский базар в Витебске. Наши ребята участвовали в этом конкурсе, и среди, ну, скажем так, вокалистов первое, второе, третье место мы привезли сюда, в город Гродно. А вы впервые участвовали в этом конкурсе? Раньше вам впервые. Впервые и сразу такие большие достижения. Ну, так, видимо, получилось. Ну, это, конечно, здорово. Ну, зажегся светильник знаний, пришел сентябрь. Дворец творчества детей и молодежи уже готов принять наших гродненцев, чтобы организовать их досуг? Да, мы готовы, мы ждем уже ребят. Многие кружки и направления работают, работают уже с теми ребятами, которые ранее занимались. Ждем новичков, будем так говорить. У нас существует такое правило: сам занимаешься, приведи друга.
Угу. Может быть, какое-то новое направление в этом году у вас открыто, новая секция? Новые направления обязательно будут. Это связано с тем, какие педагоги придут работать. Как правило, специалисты к нам приходят или Гродненский университет, или училище искусств, педучилище. Вот из этих где-то будут какие-то направления, связанные с краеведением. Спорт наверняка основной, популярный среди всех, это плавание. 13 сентября мы ждем всех к нам в 11 часов на открытие дворца. Мы, как правило, всегда готовим красивую, хорошую программу, встречу с педагогами. Можно посетить не один, не два, а все практические занятия, которые есть. А, то есть вы приглашаете сейчас, пользуясь случаем, на открытие Дворца творчества детей и молодежи. Наверняка там можно будет и поближе познакомиться с вашими секциями, узнать более подробную информацию. Да, приглашаем всех. Более подробно а уже... А во сколько у вас будет начало мероприятия? Расскажите немного. В 11 немного. Часов начало. Как правило, это будет централизованное представление. Мы будем где-то рекламировать свои занятия и кружки. Как правило, выступают сами ребята, опять-таки те же самые, которые заняли где-то призовые места, то есть их сверстники. И ну, достаточно такое интересное. У нас всегда бывает много, значит, жителей города Гродно. Можно записаться. Сегодня. То есть театрализованное представление, оно будет сделано руками самих тех, кто у вас занимается, в вашем заведении? У нас сегодня все готово для записи в кружки. Согласно существующих нормативных документов, у нас, значит, уже многие жители города Гродно пишут заявление о зачислении в кружки. Много поступает звонков, многие, значит, подают заявление через интернет, поэтому... Кто желает, тот кружки к нам попадет. У вас платные или есть определенная стоимость услуг? Платное, немножко сориентируйте нас. Платно, бесплатно – это такое понятие. Платного ничего не бывает. Ага. Бюджетные кружки, будем так говорить, мы содержимся за счет государства, за счет областного бюджета. Вот. Некоторые виды деятельности, которые у нас, ну так скажем, не входят в предмет нашей деятельности – ну, бывает платно, но их мало. В прошлом году их было 20. Угу. 300 было бюджетных и 20 платных. Хорошо, но а вот конкурсный отбор существует у вас? Или вы берете всех желающих? Мы берем всех желающих. Конкурс у нас, ну как сказать, сама жизнь показывает, кто будет заниматься, а кто нет. И кто у вас остается, то есть кто все-таки вот ленится, не хочет, он все равно как-то бросает, или тут все-таки от родителей много зависит. Если родители целенаправленно привели ребенка и настаивают на его занятиях, то ребенок через «не хочу», но все-таки вместе с родителями приходит к вам. Ну, так бывает, что по настоянию родителей многие занимаются, но в основном приходят ребята, которые сами хотят заниматься. Ну, а если вот все-таки ребенок не хочет, а родители настаивают, с этого толк все-таки потом выходит? Или в конечном итоге, если через силу, то ничего все-таки с этого не получается? Я думаю, что толк будет в каком плане? Что все-таки ребенок узнает новые направления. Если он прозанимается у нас год, скажем, условно говоря, то что-то узнает. Или найдет себе новое занятие. Опять-таки у нас. А вот бывает такое, вот родители просто через своих детей хотят свои несбыточные мечты осуществить. Вот хотела мама стать балериной, вот и ведет она свою доченьку за руку в танцевальный класс. А доченька хочет вообще заниматься, в рыцарских боях участвовать. И вот какой он этот правильный досуг? Так что делать в такой ситуации? Бывает и такое. И здесь опять-таки будет действовать простое правило, что ребята, которые пришли благодаря настоянию своих мам, ну, не получается у них, может быть, в этом направлении, найдут в любом случае занятия по душе. Самое главное, что мама показала путь, где можно провести время. То есть самое главное – это прийти к вам по дворец. Прийти, а потом уже в любом случае, если не в один кабинет, так в другой, не в одной студии, так в другой, ребенок найдет себе что-то по душе. А скажите, а вот бассейн, я слышала, что он у вас должен закрыться на ремонт? Ну, пока мы находимся в состоянии, так сказать, рабочем, работаем. Угу. Я думаю, что он будет работать в этом году. Больших ремонтных работ мы не предполагаем. Но единственное, что некоторые такие вещи связаны с заменой теплообменников. То есть пока бассейн работает, и в ближайшие месяцы работать будет? Сейчас пока не работает, но работать будет. Ребят, которые приходят нам на занятия по плаванию, мы все равно будем набирать в любом случае. А сколько абонемент стоит у вас в бассейн? Как у вас
цена? Это сложный очень вопрос, потому что практически бюджетные группы. Угу. Практически. Принцип какой? Что, значит, мы передаем ребят в спортивные школы. Угу. Если мы взяли ребенка, и он у нас показывает хороший результат, он 100% подлежит, ну, бюджетному обучению. Поэтому здесь в плавании именно такой подход. А для взрослых можно у вас прийти поплавать? Да, пожалуйста, стоит кассовый аппарат, можно прийти поплавать. Но только надо знать расписание занятий. Бассейн у нас с 8 и до 8 вечера практически занят. Надо находить места, где вот, ну, будет свободное время. Ну, то есть получается, что в ближайшее время еще он поработает какое-то пару месяцев, а потом вы все равно будете его закрывать на ремонт, да? В перспективе все равно надо ремонтировать со временем. И это будет хорошо и здорово для всех, наверное. Грудница, я же не думаю, что он закроется на очень долго. Но во Дворце творчества детей и молодежи ремонт ожидает только бассейн или что-то еще вы так планируете у себя поменять? Очень много сделано. Мы же отремонтировали холл первого этажа, так называемый паркетный зал, где у нас проходят массовые мероприятия и праздники. Вот сейчас мы подходим к каким-то ремонтным работам в отношении бассейна, сделали центральную лестницу, то есть ведутся большие работы и вкладываются деньги, причем бюджетные деньги. Вот. Я не могу сказать, что это все остановится только за счет бассейна. В принципе, кабинеты у нас все очень такие презентабельные, красивые. Они отличаются от других учреждений, потому что вы сами представляете, там работают мастера, специалисты, которые учат детей делать красивое. Поэтому здесь каждый отличается кабинет от кабинета. А вообще, если говорить о возрастных рамках, от какого до какого возраста у вас могут дети найти себе интерес по интересу? Наиболее правильно, наверное, сказать, что это дети будут возраст 6, самый такой, ну, встречающийся у нас, угу, в дворце, 6, где-то 14 лет. Занимаются и студенты, скажем, рыцарский клуб, вот, или там направление молодежного, там, скажем, танцы, брейк-данс или игра на гитарах. Ну хорошо, вот приходит к вам ребенок 6 лет. Это он, получается, выпускник сада и идет только в первый класс. Но вот чем этого ребенка можно занять и в какие кружки вы его порекомендовали бы отдать? Вот именно возраст вот такой, 6 лет. Сложнейший вопрос. Это все зависит от ребенка, родителей, желания, стремления. Мама хочет, чтобы он танцевал, значит, танцует. А может, у вас есть какие-то специалисты, которые могли бы вот благодаря тестам сразу вот выяснить, какое направление деятельности этому ребенку подошло бы лучше? Это надо разговаривать с каждым педагогом. Почему? Потому что все-таки они специалисты более в узких областях. Угу. Скажем, если ребенок способен к гимнастике, значит, надо заниматься гимнастикой. Это направление тоже есть. Акробатика, акробатика. Но если любит гайки крутить, обязательно картинг. Понятно. Ну, а для взрослых? Мне кажется, у нас есть очень много таких людей, которые, может быть, там на пенсии, у них тоже есть свободное время, они хотели бы тоже какой-то круг по интересам свой организовать. Нету ничего для этого возраста? Ну, это может быть, но только у нас кабинетов не хватит для всех. Понятно. Все занято практически, все учебные помещения. У нас таким вот мы называем просто, ну, скажем так, в своем обиходе во дворце мертвым временем является время между 12 и 2 часа дня, угу, когда пересменка в школе, а все остальное практически занято. Используем другие базы, где-то на других базах работаем. Используем школы, чтобы было ближе где-то там к микрорайонам. Скажем, вот новые микрорайоны, которые построены, новые школы, там же, ну, практически нету таких вот, а детей все-таки далековато к нам отправлять. Поэтому отдельное направление, скажем, я вот сегодня могу сказать, там ИЗО, там макраме, вокал, это где-то может быть и в других районах. Но вы говорите о том, что у вас бюджетные кружки, но для того, чтобы заниматься ИЗО, макраме, это же надо материал? Это ребенок приносит за свои деньги купленные, или это все тоже за счет ваших средств? Это зависит от многих причин. Практически будем говорить так, что многие ребята сами приходят со своим материалом. Почему? Потому что у нас есть минимум материала, но угу, сегодня же вы прекрасно понимаете, что мир такой, что мы многие кисточки, и карандаши и так далее, может, и не видели, а у ребят наших уже это все есть. Угу. А в Гродно вскоре состоится неделя учреждения внешкольного воспитания и обучения. А какие мероприятия в ее рамках планируете вы провести? Ну, суть такова, что нам главное набрать ребят в кружки. Угу. Вот, скажем, 300 кружков,
по 12 человек, если в каждом кружке, то вот мы такое количество ребят набираем. Значит, мы проводим мероприятия где-то в школах, в микрорайонах, встречаемся с ребятами, ну, проводим такую агитационную работу. Ну, вы как и в Октябрьском районе, так и в Ленинском районе. В Октябрьском, Ленинском, да. А вы выходите со своими педагогами, или как все да, происходит? Да, это наши педагоги, значит, есть отдельные направления, программы и так далее. То есть каждый педагог заинтересован в том, чтобы у него были ребята. И вот педагоги идут по школам, расскажут о своих кружках, да. Как-то их заинтересуют. Мы отличаемся от других учреждений образования. К нам приходят ребята. А, скажем, в школах уже ребята приписаны к этому району. А у нас немножечко другой. Хочешь – ходи, хочешь – не ходи. Надо быть специалистом очень хорошему, чтобы набрать ребят. Ну, понимаете, просто так не придут ребята, если педагог не имеет никаких способностей. Здесь я могу сказать, что вот в этом году при проведении августовского совещания большое количество педагогов Гродненщины было награждено там различными, ну скажем, наградами, угу. В том числе и большого нашего республиканского уровня, областного и так далее. 5 педагогов дворца были награждены большими денежными премиями Гродненского облсполкома. Это практически получается в каждом отделе, нас их 8. Значит, ну, педагог награжден. Естественно, просто так людей не награждают. А между вашими педагогами тоже существует какой-то конкурс? Как выбирают у вас лучших педагогов? И, может быть, как-то немножко расскажете про как у них идет повышение их квалификации? Я всегда на педсоветах говорю людям, которые пришли к нам работать с педагогом, что если год отработал, значит, будешь больше дальше работать. У нас действительно сложно работать. Сложность заключается в том, что все-таки дети должны быть. Они должны прийти, их надо заинтересовать. Вот. Ну, кто остался, тот работает. Сложился какой-то определенный костяк, который передает свои знания более молодым ребятам. Поэтому здесь сами конкурсы, которые... И тем не менее, вот какого возраста педагоги более всего у вас работают? Костяк – это какой возраст? Я думаю, сегодня у нас в основном педагоги до 50 лет. Угу. Молодежь, ну, скажем... Но если разделить на три части, где-то будет по 30%. Угу. Разный возраст. Пенсионеров у нас небольшое количество работающих. У нас позиция такая, что все-таки надо как-то передавать вот опыт, знания. Действительно, давно сложилась такая практика, система работы учреждений дополнительного образования. Это хорошая система, которая вот привлекает ребят для того, чтобы они, ну, были заняты. Чему-то научились, заняли первые, второе, третье места на Славянском базаре или еще на каких-то соревнованиях. Вот. Это играет определенную роль. Вы требовательный директор? Что в первую очередь требуетесь от педагогов? Три вещи. Угу. Дети, занятия, результат. Леонид Аркадьевич, ну, к сожалению, время нашей программы заканчивается. Может, пользуясь случаем, вы хотели бы о чем-то попросить или обратиться с какой-то просьбой к нашим телезрителям, пригласить их в Дворец творчества. Спасибо за приглашение на передачу, уважаемые гродненцы, уважаемые телезрители. Все-таки не теряйте время зря со своими ребятами. Приходите в учреждение дополнительного образования. Обязательно вы найдете занятие по душе, и потом в перспективе будете очень счастливы и рады, что ваши ребята там приобрели какие-то навыки. Благодарю вас за беседу. Хорошего вам настроения, благодарных воспитанников и их родителей. Спасибо. Напоминаю, гостем нашей программы был директор Гродненского областного дворца творчества детей и молодежи Леонид Валентюкевич. До новых встреч в эфире.